«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология», в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня мы говорим на такую тему: «Мой ребенок, моего ребенка посылают на ПМПК. Что с этим делать, как жить дальше?» И вот эту весьма непростую тему я сегодня пригласила раскрыть Светлану Смирнову, кандидата психологических наук, доцента. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы занимаетесь специальной психологией, да, и очень много сил, времени и, конечно же, ваше желание, да, вы тратите как раз вот на специальную психологию, да? Что-то такое, что за наука и почему, вот как вы, чтобы мы так, да, издалека, может быть, так заехали, я именно вас пригласила сегодня раскрыть эту тему. Ну, специальная психология – это, во-первых, отрасль психологии, с одной стороны. А с другой стороны, специальная психология, она находится на стыке наук. Ну, во-первых, это психология, это дефектология. Вот. И с какой-то стороны мы все-таки здесь рассматриваем специальную психологию, как и отрасль еще и каких-то клинических знаний. Угу. Вот. Поэтому каждый из этих наук, в принципе, может считать специальную психологию свою. Угу. Но на сегодняшний день мы все-таки признаем, что специальная психология – это самостоятельная наука, да, которая занимается изучением психологических знаний детей с особыми образовательными потребностями или, как мы сегодня говорим, детей с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Хотя на сегодняшний день общепризнанным также является тот факт, что специальная психология занимается также и детьми с одаренностью. То угу. есть, иначе говоря, исключительные дети. Дети, которые имеют не только отклонение в сторону минуса, но и особенности в сторону плюс. Угу. Вот именно этими категориями детей занимается, изучает специальная психология. В первую очередь она раскрывает особенности этих детей, психологические особенности угу. детей. И возможности помощи этим детям, помощь коррекционная, помощь адаптационная, помощь социализации и так далее. То есть задач здесь очень много. Итак, у нас родился ребенок, да? Рождение ребенка – это всегда радость, это всегда такое событие, но это в то же время еще и труд, да, у родителей. Дальше сравнивают с нормами. Вот во столько-то должен пойти, во столько-то заговорить, вот там такими-то навыками должен владеть. И ребенок пошел в садик, и примерно через год говорят: мы бы хотели вашего ребенка послать на ПМПК. У родителей сразу же состояние шока, да, что с моим ребенком не так. Вот что такое ПМПК и как с этим? Ну, начну здесь, наверное, все-таки с понятия норма. Вот. В науке существует несколько подходов к определению нормы. И для науки педагогика, психология большое значение имеет понятие именно среднестатистическая норма. То есть здесь имеется в виду норма интеллекта, норма психофизического развития. То есть то, что соответствует большинству детям на данном возрастном этапе. Хотя действительно среднестатистический ребенок может развиваться вот, в пределах какой-то определенной нормы, но в то же время может иметь и небольшое отставание. Да? И это все еще будет, в принципе, укладываться в понятие нормы. Угу. Но когда мы наблюдаем, что у ребенка действительно серьезные психофизические отклонения, и специалисты в дошкольных учреждениях в первую очередь, конечно, обратят внимание родителей на это, угу. они исходят, конечно, не из того, что вот, надо вашего ребенка прогнать, а исходит из того, что вашему ребенку нужен особый образовательный маршрут. Это угу. первое. Второе, специалисты, которые находятся вот как раз в сфере ПМПК, они могут подсказать, каким образом дальше ваш ребенок может развиваться, то есть прогнозировать развитие угу. ребенка, вот, диагностировать, какая существует проблема, и вообще есть ли эта проблема на сегодняшний день, ну и вот как раз оказать, ну, в первую очередь, квалифицированную консультативную помощь. Да, угу. вот. Причем, исходя из того, что эта помощь бесплатная угу. на сегодняшний день, то многие родители могут как раз воспользоваться этой помощью, чтобы понять, что с ребенком не так. Угу. Да? Поскольку не у всех родителей хватает своей квалификации определить, да, вот соотносится ребенок с нормативом психического развития, либо не соотносится. Либо не соотносится. Угу. Чаще всего это посылают педагог, психолог, да, логопед, например, в дошкольном учреждении. Да? То есть они как бы коллегиально принимают решение, что было бы неплохо этого ребенка
показать вот на этой комиссии, да? Да, специалисты исходят из того, насколько ребенок имеет какие-то особенности в психическом, физическом развитии, ну и, конечно, поведенческие особенности развития. Мы здесь тоже должны на них обратить внимание. Да, то есть специалисты – это и психолог, который практически есть у нас в каждом дошкольном учреждении, или логопед, и воспитатели детского садика. Ну, в первую очередь, конечно, мы на первой ступени, вот в дошкольном учреждении, вот для родителей консультация этих специалистов будет необходима. Это как бы ценный такой, да, да, толчок, от которого можно отталкиваться дальше. Хорошо, какие специалисты, что необходимо? Значит, родители собирают документы, да, собирают документы, которые необходимо предъявить, потому что это бесплатно, правильно я понимаю, да, консультация, да? Дальше назначают время, дату встречи. Да. И вот некоторые родители говорят, как нам подготовиться к встрече с этими специалистами? Вот что вы порекомендуете? Во-первых, наверное, какие там специалисты будут? Специалисты. То есть в сфере ПМПК обязательно находится психиатр, невролог. То есть это представители клинические. Поскольку если речь пойдет о диагнозе, то он всегда имеет клинический характер. Да, диагноз может ставить только специалист-врач. Вот поэтому специалисты такие, как психиатр и невролог, они обязательны. Далее, обязательно в эту комиссию входит педагог-психолог, логопед, дефектолог. Вот. Также, помимо этих специалистов, могут быть узкие специалисты. Это отоларинголог, это хирург, это другие узкие представители вот как раз клинических, медицинских направлений. Поскольку иногда речь идет о том, что у ребенка снижение слуха, снижение зрения, у ребенка нарушение опорно-двигательного аппарата. И в этом случае необходимо уже будет как раз характеристика именно со стороны вот этих узких специалистов. Специалистов-врачей. Ну, чаще всего, например, на саму комиссию уже приходит родитель с ребенком, когда он прошел вот всех этих специалистов, да, то есть там есть такая специальная карточка, где отмечено, например, если есть какой-то диагноз, например, у этого же отоларинголога, Может быть. То есть, конечно, если... Бывает расширенный состав, бывает вот узкий состав. Если ребенка посылает организация, то есть, ну, вот это может быть как... больница, где ребенок наблюдается, если он не ходит в детское учреждение дошкольное. Это может быть само детское дошкольное учреждение, но также на комиссию может привести своего ребенка сам родитель. То есть если у него тоже есть такое право. Вот. И комиссия, исходя из своей специфики деятельности, коллегиально, вначале каждый специалист принимает, дает свой, диагностирует ребенка и принимает свое заключение, а затем коллегиально все это обсуждается и выносится общий диагноз ребенку и даются рекомендации. То есть нужно всегда помнить, что ПМПК вносит только рекомендации. И мы можем согласиться с этими рекомендациями, либо не согласиться. Это как родители, да? Да, со стороны родителей. Если мы не соглашаемся, то те бумаги, которые даются на руки родителю, мы их можем даже не относить вот это дошкольное учреждение. Поскольку у нас существует на сегодняшний день закон об образовании, который гласит, что родители вправе выбирать сами форму обучения ребенка, организацию обучения. И в рамках этого закона каждый родитель вправе оставить ребенка обучаться или воспитываться в том детском учреждении, которым он считает нужным. Но, опять же, не прислушиваться к рекомендациям ПМПК. Но здесь тоже я бы вот стала с осторожностью. Да? Потому что специалисты ПМПК, ну вот если говорить о нашем кировском городском ПМПК, это люди очень квалифицированные, это люди очень образованные. Допустим, вот кафедра общеспециальной психологии, она взаимодействует с городским ПМПК. Мы проводим даже совместные конференции. Наши студенты, выпускники специальной психологии работают в этих ПМПК. И мы знаем,
знаю, что это специалисты уже высокого уровня. Поэтому все-таки я думаю, что родители должны не просто воспринять этот диагноз, который, предположим, в ПМПК они услышали, как что-то рушащее их планы на будущее, да? Но они должны понять, что специалисты ПМПК исходят из того, а как будет удобнее и лучше ребенку. То есть тут всегда надо смотреть с позиции, да, ребенка. В чем он выигрывает? Если я сейчас, например, зная, что у ребенка есть определенные диагнозы, значит, у него есть какие-то задачи, которые надо помочь ему решить, прорисовать или прописать, проговорить траекторию развития его. Потому что ведь вот вы сейчас, наверное, нам расскажете, что есть специальные программы коррекционные, которые могут помочь ребенку не остановиться в развитии, не чувствовать себя несостоявшимся, а наоборот помочь. Также я хотела отметить, что в законе об образовании звучит следующая информация. Ребенку необходимо создать условия для получения полноценного образования. Школьное или дошкольное учреждение обязано создать такие условия, чтобы это образование ребенок получил. И если он имеет какие-то особенности психического или физического развития, то в данном дошкольном или школьном учреждении необходимо специалистам создать индивидуальный образовательный маршрут. То есть у учреждений сегодня есть такая законодательная возможность создать индивидуальный образовательный маршрут. И в рамках этого маршрута мы должны в первую очередь думать, конечно, какое образование ребенок получит. Далее, насколько будут решаться коррекционные задачи. И, конечно, речь идет и о социальной адаптации ребенка. То есть, если, предположим, ребенку предлагают вывести его на домашнее обучение, то насколько будет как раз решаться задача социальной адаптации. И вот именно почему в законе образования это было принято, чтобы вот этот индивидуальный образовательный маршрут, то есть одна из главных задач – это социальная адаптация ребенка. И если ребенок будет обучаться на дому, то эта задача решится не сможет. Поэтому в данном случае, конечно, это, с одной стороны, сложно для любой школьной и дошкольной организации. То есть здесь, собственно говоря, должно быть несколько специалистов, обязательно специалистов, которые смогут помогать ребенку. Один из специалистов – это может быть тьютор, то есть тот человек, который сопровождает ребенка. И, конечно, должны быть дефектологи в штате, должны быть специальные психологи. И поскольку это индивидуальный образовательный маршрут, то ребенок может в рамках этого маршрута посещать не все основные занятия, а только те, как посчитают специалисты, которые ему будут необходимы, и обязательно коррекционные занятия. То есть насколько эти специалисты могут вот как раз создать ему условия коррекции. Хорошо, Светлана, а вот когда родителям предлагают пройти вот этот ПМПК, прийти на комиссию, очень многие родители говорят, надо ли что-то предварительно нам готовить, каким-то образом надо ли настраивать нам ребенка, чтобы он показал лучшие результаты. Вот что вы порекомендуете? Но опять же, исходя из той мотивации, с которой вы пойдете на ПМПК. Если вы считаете, что ПМПК – это вот грозный орган, который сейчас пришпилит вашему ребенку какой-то неудобный для вас диагноз, то многие родители, исходя из своей какой-то тревожности, начинают ребенка готовить. По сути, то же самое, что человек придет в больницу и начинает скрывать какие-то свои симптомы, и в итоге ему выпишут неправильное лечение. Здесь такая же аналогия. Поэтому готовить можно, но не совсем целесообразно. Хотя, исходя из тех методов и методик, которые там вот как раз реализуются, собственно говоря, те вопросы, которые будут задаваться ребенку, они очень даже доступны, и каждый ребенок, с которым занимаются и родители дома, и в садике, он сможет ответить. То есть это элементарно. Как его зовут? Как зовут его родителей? Как зовут его друзей? По какому адресу он проживает? Что такое день? Что такое ночь? То есть такие базовые, И поэтому, знания, которые... что такое
такое красное, что такое зеленое? Покажи. Составь из нескольких картинок одну целую и так далее. То есть это элементарные вопросы. Поэтому... Но которые, тем не менее, показывают о развитии функций высшей нервной деятельности. Да, о особенностях, конечно, в первую очередь, актуального развития. Да? То есть то, что мы имеем на сегодняшний день, да, то есть тот уровень развития, который имеется. Вот. А с другой стороны, все-таки специалисты, они пытаются прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться ребенок. Но поскольку у нас иногда дети имеют очень такие близкие особенности, да, но в то же время сложные для дифференциации, например, задержка психического развития и легкая умственная отсталость, то в этом случае специалистам, конечно, приходится очень непросто. То есть их нужно дифференцировать, поскольку условия обучения этих детей будут уже разные. Да? Если говорить, допустим, о классах 7-го вида для детей с задержкой психического развития и школах 8-го вида для детей с умственной отсталостью. В то же время, вот то, что касается, допустим, детей с задержкой психического развития, то специалисты по МПК обычно они, ну, ставят такого ребенка на контроль и говорят, контроль через год. Но обычно ребенок, осваивая первую ступень, то есть, допустим, начальную школу, предполагается, что к концу обучения начальной школы он задержка психического развития скомпенсируется. И в этом случае, если ребенок уже более успешно учится, он не имеет никакой академической задачи, должности, в этом случае он может даже не приходить на ПМПК, поскольку его переведут в общеобразовательное звено. Да. То есть это тоже дело добровольное, да? Да. Тебя никто не может, как говорится, через палку, да, загнать. Да. Вот, но опять же, если комиссию. Специалисты говорят контроль через год, то они, вероятно, хотят посмотреть, да, какая если произошла динамика, да, динамика в развитии. То есть ребенок в условиях задержки психического развития, в условиях умственного развития все-таки будет развиваться иначе. Хорошо, есть если ребенку не ставят медицинский диагноз, а ставят вот что задержка, там, например, речи, там, да, психического развития, то тогда есть шансы, что правильно подобранная коррекционная программа может помочь ему дойти до нормы. Как мы можем ли мы таким тем самым конечно, успокоить да. своих, ну, например, родителей, да? Потому что родители часто бывают в состоянии действительно паники, потому что им же казалось, что вот ребенка надо только любить, вот мы его родили и только любить, и дальше все уже само собой приложится, а тут оказывается еще нужна какая-то коррекционная программа для его развития. Ну, задержка психического развития, задержка речевого развития – это тоже клинический диагноз, тоже медицинский диагноз. И если его поставили ребенку, то, конечно, нужно понимать, что раз это задержка, то она временная. И ребенок в условиях специально созданных может догнать своих сверстников в психофизическом развитии. Ну, здесь в первую очередь в психическом развитии. И в дальнейшем может обучаться по общеобразовательной программе. Ну и, собственно говоря, вообще дети с задержкой психического развития, они обучаются по общеобразовательной программе, но темп растянут во времени, да, то есть они могут учиться на другая один год немножко больше. Другая немножко методика, да? На один год больше они учатся. И условия более такие вот комфортные у них, более комфортные. Вот, допустим, в школах 7-го вида Нижнего Новгорода, там вот обязательно у них тихий час, обязательно у них дополнительное питание, то есть более комфортные условия. Конечно, там гораздо больше специалистов, которые работают, сопровождают детей. Этих детей. Вот. И результаты всегда очень высокие у этих детей бывают. Хорошо. Скажите, сейчас, ну, во-первых, с какого возраста могут послать на ПМПК, да, есть ли какие-то такие данные, да? И вот сейчас все чаще, вот если раньше, например, говорили, что это дети до начальной школы, ну, включая начальный класс, да, то сейчас уже слышим о том, что и детей, например, которые там 8-9 класс, которые перед экзаменами, которые, например, показывают какую-то неуспеваемость, их тоже могут послать педагоги на эту комиссию. На ПМПК могут пригласить ребенка от 0 до 18 лет. От 0 до 18. До 18. Действительно, сегодня случаются такие ситуации, когда у ребенка не было никакого диагноза, он доучивается до 9 класса, и родители, учителя понимают, что ГИА этот ребенок сдать не сможет. И вот почему не сможет? Потому что имеет какие-то особенности, да, интеллектуальные особенности, да, допустим, или какие-то физические проблемы, которые не позволяют ему вот как раз в том темпе, как сверстники, осваивать образовательную программу.
И в этом случае действительно ребенка, и это даже в интересах этого ребенка, могут в начале учебного года, то есть попросить родителей собирать документы уже, да, для того, чтобы они имели возможность сходить на ПМПК, цель которого, результаты которого, да, будут как раз основанием для того, чтобы условия проведения этого экзамена были более комфортны для этого ребенка. Угу. То есть такому ребенку, допустим, могут дать больше времени на подготовку или даже форму заданий могут дать особо. Ну, в частности, это касается как раз детей с задержкой психического развития, которые по окончанию 9 класса, и они получат такой же аттестат, как и дети с нормальным ходом психического развития. Угу. А если это касается детей с умственной отсталостью, которые, конечно, ГИА сдавать не будут, то по окончании 9 класса у них будет на руках справка. Вот. И с этой справкой они в дальнейшем могут поступить, допустим, в среднее какое-то учебное заведение и получить себе профессию. Ну, то есть они уже не смогут получить высшее образование, да? Да, не смогут. Хорошо. Скажите, пожалуйста, можете ли нам порекомендовать какие-то, например, книги почитать, связанные как раз вот с тем, что ребенку раньше, например, какой-то ставили диагноз или говорили о том, что у него может что-то не получиться, а мы видим какие-то хорошие результаты, да? Может быть, какой-то фильм посмотреть, но то, что может нас сопроводить, поддержать, оказать вот такую... Да. Да, сегодня, поскольку вот вопрос инклюзии, они все чаще обсуждаются, да, и очень много хороших фильмов было снято на эту тему, на тему как раз социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот. Но все-таки в первую очередь, вот до фильмов, я обращаю внимание родителей на то, что необходимо все-таки знать законодательство. То есть что, как законодательно мы можем защитить своего ребенка и что ребенку сегодня положено по закону. То есть вот, допустим, я знаю даже такие ситуации, что мама с речевым ребенком, то есть ребенка с задержкой речевого развития, которого как раз направляла ПМПК на домашнее обучение, она пришла на эту комиссию не одна. Она пришла с представителем департамента образования и доказала ПМПК, что все-таки вот мы хотим учиться вот в такой-то школе, в таком-то классе. И ПМПК согласилась, они разрешили этого сделать. И они сказали о том, что мы это рекомендуем обучаться на дому. Но вот поскольку вы вот так осознанно, да, осознанно к этому вопросу подошли, и мама была очень грамотна в этом вопросе, она с юристами заранее проконсультировалась, то мы, в общем-то, не возражаем, если вы будете обучаться вот в этом учебном заведении. Вот. По поводу фильмов, вот сейчас я что-нибудь вспомню, что-то я тут. Хорошо. Вот, вот прямо рассказывали нам про фильм совсем недавно, не помню, как называется, про Аркадия. Аркадий Цукер, да. Аркадий Цукер – это известный блогер, известный бизнесмен. И про него в нашем городе позапрошлом, наверное, году снимался художественный фильм, который называется «Временные трудности». И, насколько мне известно, что даже Аркадий в детстве играл один из детей, вот, организация «Дорога добра», вот как раз, видимо, вот там ребенок ДЦП, и вот как раз ребенка они там нашли. Вот, и вот этот фильм... В этом он играл фильме, его в детстве, да? Да, играл в детстве. И вот в этом фильме Аркадий Цукер, он жил в семье, родители очень, невероятно, не принимали, не то, что не принимали, они не хотели видеть своего ребенка больным. И все время внушали ему, что он здоровый. И вот эта установка на здоровье позволила ему выздороветь. Практически абсолютно. То есть это самостоятельный человек, у которого своя семья, у которого свой бизнес, и он очень успешен. И мало того, что он еще мотивирует всех окружающих, да, идти и двигаться к своей цели, и несмотря ни на что, любить жизнь, собственно говоря, вот так. Вот. Ну, и... Искать ее не в страданиях, а в наслаждении. Да. Но поскольку все-таки все, что не убивает нас, да, делает сильнее, и в этом плане мы вот как раз можем смотреть на тех людей, которые чего-то добились,
справились в этой жизни, несмотря на то, что у них были определенные сложности, или, как Аркадий Цукер говорит, временные трудности. То есть папа все время говорил, это временные трудности, я в это верил, я был абсолютно здоровый. Отлично. То есть прежде чем он заговорил, он знал, что он абсолютно здоровый. Угу. Это вот прямо, да, родители дали такое ощущение, да, ребенку? То есть они дали такую установку, ты абсолютно здоровый. То есть не верь никому, кто скажет, что ты какой-то не такой. Угу. Отлично. Вот прямо вот на этой ноте, наверное, да, мы сегодня с вами и завершим нашу программу «Практическая психология». Спасибо большое, Светлана, было очень интересно. Ну и помним о том, что осилит дорогу идущий. Главное, что эта дорога у нас есть силы для того, чтобы по ней спасибо, пройти. Спасибо. Сегодня у нас была Светлана Смирнова, кандидат психологических наук, доцент, и мы говорили о том, что сделать и как правильно сделать, если вашего ребенка посылают на ПМПК. Желаем всем любви, здоровья и счастья. До свидания. Практическая психология.